Всем привет, с вами Алексей. Я продолжаю проходить Assassin's Creed 4 Black Flag. Сейчас мы должны быть в Нассау, по идее. Еще? Флип с Ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Тогда флип с мочой. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Эн, когда трезвы, кокеткой, когда пьяны, дамой никогда. Встать, милая Эн. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Насау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование. Каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело. Помилование, ну-ну. My dear fellow, can I help you? Поскольку других идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне, так можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужник стоит смерти! Да, это наша республика. Наша идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы. И вижу лишь болезни, праздность. Выпрямлю все, что угодно. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Печь прав, друг. Если подумать, нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город, но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Шпага в голову. Самое лучшее лекарство. Держу пари, чтобы ближайший доктор обосновался в Гаване. Туда я точно не ходу. На затонувших 2 года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть. Так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэч? Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенвей. И помни, Тэч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Купите его два за колокол. Уии. А денег-то у меня, увы, нет. Они у меня были, но их потратил. О, лучше объяснить, по-английски говорить. Ну, давай продать. Чё у меня тут есть? Вот сахар. Да, продано. Ну, ром могу продать. И все. Тут копейки. Тысяча, тут неплохо.
давайте металл продам, что. Накопил. О, 5000. Могли бы и бесплатно дать, если по сюжету. Глупо, конечно. Так, он где-то тут был. Вот он. Сложно, норма. May fair winds favor you, sir. Ладно, здесь лодка должна быть. А где мой корабль-то? Прям не узнать. Красавец такой. Так, короче, тут надо немножко бабла забрать и заработать. Это вот тут делается. Да, конечно. Фолканова. Да, все собираем. О, 600 чего-то там. Так, тут вроде все сделано. Вот, новые горизонты. Ресурсы для торговли нету. Понятно. Нету. Блин, а я ничего не могу сделать. А, так вот. Ну что, пошли по сюжету. И куда он тут? Капитан на вахте. Ну давай, грузи. Ткани, дерево, сахар. О! Марселя! Промселя! Ну-ка, сейчас повеселимся. Хороший салф, он поможет! Пли! Только дайте знак, капитан! Впереди враг, пли! Кэп, удачная позиция! Мы готовы! Только свистните, капитан! Держите мы их прискорбно! Извините, парни, но так получилось. Короче, есть трофей, надо вот на этой веревке вот так вот качаться, ну что-то получается у меня, он перепрыгивает. О, тут уже устроился. У нас популярность есть, снизить известность сделаем. А то мы как-то... Будь с нами, или умри. У чувака такое лицо там. О боже. Главное, отпустите меня. Известность обнулена. Все. Вон там какие-то корабли есть. Сейчас наткнем. Давай. Им с нами не тягаться. Готовы, сэр.
водички. Ну чё, парни? Вот им и дорога. Пошли-ка по одному на абордаж. Сначала сюда. Будешь моим сладеньким. Тяни, живей! Потом на тех. Один остался. Вон он стоит. Галку мне вроде чинить не надо. А, ну. Будем просто снижать и там известность. Да ладно, я понял. Так, мне этот корабль позади нужен. Еще паруса отдать! Надо забрать то, что тут чувак утонул. Паруса бросают! А там он... Ну, блин, еще корабли. Тут можно бесконечно прям их... А там что за корабль такой здоровенный стоит? Что это такое? Блин, давайте мы их потопим, фиг с ними. Подходящая дистанция! Пусти промзеля, его промзеля! Бой вот, готов! Мы их ограбили. Сейчас столкнемся, сэр! Чисто ради интереса, ребят, что это за остров? Тут мы были. Тут есть письмо. Чё-то мне так захотелось на него сбегать. У вас есть карта сокровищ с привязкой к этому месту. Видите в режим работы с картой сокровищ. Маскировка в воде. А это вот как? Вот это что ли? Вот, корабль, где жопа корабля, где-то сзади. Ты, если сокровища буду искать. Блин, какой корабль классный, здоровенный. А чё это он брошенный такой? Интересно. Опа, там пацаны воюют. Ой, да хрен с ними, пускай дерутся. Там, там, там. Блин, тут. Столько всего. Так, короче, сокровище где-то здесь. Опа, вот она. Вот это самое место, 100%. Бежать. Бежать она захотела, видишь ты. В общем, где-то тут. О, копать. Нифига себе, я тут нашел. Классно раньше было. Всякие сокровища. Можно было просто пойти, найти сокровища и жить богато. 4000. Корабики. Так, а где эта бутылка, короче, которая нам нужна? Она прям вот тут находится. Какое-то письмо. Интересно, что это? Блин, я это хочу на корабль слазить. А можно на него залить вообще? Ух ты. А чё он реально такой брошенный тут стоит, одинёшенек? Потрепанный. Вот да, тут, походу, баталии какие-то были жестокие. Штурвал. Он чем-то на мой похож, только в размерах чуть побольше, наверное. Да. Огромный корабль. Где-то это лодки. Ага. Шикарно. Так, тут где-то была эта сверкающая фигня. Там
могу на пальму запрыгнуть? Как ее достать? О, мы бежим, в принципе, туда. Ух ты, это что? Открытый сундук. Там золото просто... Бери, не хочу. Оу. Что-то, смотри, пацаны, походу, победили. Понятно. Все. Красиво ты умер. А, это интересно. Я тут делал синхронизацию или нет? Он вроде не так-то высоко забрался, чтобы ее делать. Как-то бредово на самом деле. Ой. Я понял, понял, я хотел слезть. Но вместо этого он решил опять ее сделать. Короче, тут прыгает вроде как недалеко. Так, шмонаем пацанов. Вот солнце засветило. Ярко-ярко. Не видите? Ладно, побежали. Пам-пам-па-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, бутылка реально какая-то есть. А в бутылке той. Записка. Ты хотя бы открыл, посмотрел, что там. Ух, ё, ну это... Тут на самом деле очень много всего интересного, если вот читать все это, но очень много читать, там очень забавные заметки есть от самих разработчиков, классные, с юмором. И это лучше заниматься, конечно, самим, потому что, ну... Это очень долго. Так. Это достать-то. Наверное, вот сюда. Так, аре. Добирайся. Потом я должен такой так-так-так-так-так. Опа. Опа, такой типа оп. Ага, а то наверх надо забираться. Вот, опа. И такой. На-на. Видали, как профессионал. Давайте быстренько все три соберем фрагментом. Для чего они нужны, что-то я так и не понял, в принципе, но... Блин, если они есть, то надо их собирать. Так, как же... А, тебе вот, короче, надо как забрать, я понял. Вот сюда. Воу, на жопе катается как. Сюда. Сюда. Сюда, все правильно. Потом вот так вот бежать, бежать, бежать. Бам! Ну и третий фрагмент. Вон он наверху. Так, залазь. Сюда. Потом... А, не угадал. Да залезь ты, блин. Направо. Потом вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда наверх. Ой-ой-ой. Вот сюда. Блин, давай, залази. Отлично. Вот сюда. Куда же ты, ну? Опа, а что это за сундук? Какой стоит себе тут. Бери, не хочу. Фига себе, тысяча. Так. Куда я там залазил-то, я уже забыл.
вот сюда. Значит, нам надо вот сюда. А потом вот... Да блин, вот... Да наверх тут залезь, засранец, наконец-то. И вот так вот. Да. И можно сваливать. Где тут попка была? Так, не тут сон побежал. Все мое, все собрано. Ладно, куда нам надо? Так, туда нам переместиться не дают. Ну ладно, вроде плыть недалеко. Спусти паруса! Повоюй, может, по пути. Пейзажи здесь очень красивые. О, вошел в поворот. Твою налево, я не туда и плыву, в общем. Стоп, мне надо куда-то туда, ага. Какой красивый корабль, а? Я в свое время очень любил Корсара вторых. Чё, не спасал, что ли? Блин. Я его должен спасти. Человек за бортом, это опасно. Не то, что опасно, жалко стареть людей. А если не выкопаешь еще... Ух, ничего, как там... Ну, еще один вступает, то... А, почему бы и нет? Фига там, пацан. Так, а это что за остров? Остров, у которого просто вот есть сундук. Давайте-ка мы притормозим. Паруса спускать! Убрать гроты! Какие-то странные птицы летают. Красные. Что это вообще такое? А, это эти, блин. Ай, как фламинго розовый. Ну, что, немножко рома не помешает. Прятает тут меня сундук. Ишь, чё. Статуэтка. Что-то какая-то ещё фигня. 46 по всему локации раскинуто. Ой, для трофея придется постараться, конечно. Но я, скорее всего, это не буду все сейчас делать на запись. Я потом трофеи добью сам. Нам главное пройти сюжетную линию. У меня еще впереди два дополнения. Это про каких-то там негров, освободителей там. И 30 минут про какую-то бабу тоже, которая была в PlayStation Vita версии, там игра, не помню, как она называется. В общем, нам еще играть и играть. Что-нибудь другое. В общем, тут еще есть листовочки, ты их собираете. И стоп.
Давайте я уже заберу, раз рядом, чё. Там чувак плавает, заодно и сокровище заберу. Мне эти деньги пригодятся на прокачку корабля. Там нужно много денег и много разных деталей. Так что глупо сейчас пропускать эти сундуки, если не по пути. Это буквально одна минута добежать, забрать и вернуться. Ой, ну смотрите, какой красавец просто. Блин. Я бы себе такой завел в реале. Прям. Я еще попутно сейчас смотрю One Piece сериал. Прям я вот прям весь. Не знаю, мне уже, наверное, вот 2 месяца я прям. Пиратская душа прям хочется. Хочется вот эти вот корабли всякие вот плавать. Блин, там, воровать, грабить. Убивать. Были времена классно. Да, сейчас такого нет у нас. Валюта сама с одной стороны хорошо, но там что-то нравится, но с другой стороны. Что у нас там интересно есть? Дерево. Давай-ка дерево мне все-таки пригодится. Сейчас поближе подплывем. Не мешайся, засранец. Все, этому сразу зафигачил. Плотные водички. Что, хороша водичка? А, блин, почему не могу тут прибавить? О. Не дают. Слева, капитан! Отлично, вызвал, капитан! Военный корабль, Кэп! Готовы, сэр! Снаряд! На-на! Он сокрушал! Плотнее водички! Блин, разворачиваться. Что, хороша водичка? Там какой-то корабль, но он, кажется, по сюжету. Но я, если честно, с удовольствием сейчас бы затопил. Он тут здоровенный. Он вроде один стоит. А вот это погружение, оно по сюжету? Или я могу сейчас погрузиться так просто? Мне кажется, он тоже по сюжету. И это вообще наш корабль. Месть королевы Анны. Блин, ну чувак плавает. Чувака спасти. Ну, пиратский. Спустить все, кроме гротов! Якорь мне в глотку, Тэч. Отличная галера. 32 пушки. На 40 я сбился. Повезло тебе, друг. Ну, удалось найти тут лекарство. В этом месте ничего, увы. Но вон там пока еще не было никого, кроме крабов да кораллов. Я взгляну. Эдвард! Эдвард, это вы! Боже правый, как мала Вест-Индия! А, Боннет! Не ожидал вас тут увидеть. Месяц назад я встретился с господином Тэтчем, и он взял меня под свою рею, так сказать. Велел мне пообтесаться сперва, чтобы стать пиратом. Что ж, желаю удачи. Черная борода наставит вас на путь истинный. На путь истинный. Так, ну чё, теперь вы можете использовать водолазный колокол. Если вы помните, можно добраться до особенных мест под водой, таких как обломки кораблей и пещеры, исследовать их. Нажмите, удерживайте нолик, как только вам предложат спустить колокол. Шикарно. Отдать гроты! Поплыли. Поплыли. Оу, протаранили. Сколько есть? Там. Убавить лиселя! Смотри. Убавляй от ветра! Чалить.
бабулька. Ну да, там можно дышать в этом колоколе. Лем. А там что, еще один что ли упал или что это? Так, давайте-ка мы быстро сундук заберем. Дальше, все, я понял. Блин, медузки плавают. Прикольно. Так, забрать. Пока мы тут, надо все собрать. Включая даже и вот эти штуки. Так, она где-то домой. Так, воздух. Ух ты ж, нифига себе, они чуть дерутся. Вот твари. Не надо мне ускорение, с ума сошли, что ли? Шикарно. Блин, ну дыхалку мужика, конечно, будь здоров. Еще три сундука. Надо подышать. Мне не нравится то, что половина осталась. Давай-ка, дыши. Что-то у нас есть. О, сундучок. А, это, наверное, сюжетный. Раз меня тут заставляет такими штуками заниматься. Эй, а где сундук? Уже завалило? О, что-то подобрал. Не, выход нам искать не надо, подождите. О, надо. Так, у меня другой вопрос. Мне надо вот сюда как-то добраться. Зря я, наверное, сюда сразу пошел, да? Там какой-то рисунок интересный, типа, подышать можно? А, воздушный карман. Да, красиво. Ой-ой-ой-ой, куда ты там? Рыбок ты делаешь не туда. Воу, боже, что мой. Так. Тянет меня, тянет вправо, вправо. Фух. Опа-на. Акулы тут еще не хватало. Воу. Офигеть. Так, мне надо, короче, взять это и вот это. Ближе всех находится пока что у нас, получается, вот это. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да нет же, нет же, нет же, нет же, нет же. Фух. Да. Опасно. Эй. Эй, быстрее, 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 быстрее. Это выход, но выход нам не нужен.
нам нужно сокровище. Тихо, спокойно. Эти два осталось. Где они? И так-то вроде далеко. Давайте-ка мы все-таки попытаемся до них добраться. Вроде воздуха немного осталось, но... Ой-ой-ой, что-то неплохо. Очень плохо. Все, бежим. Сейчас задохнусь нафиг. Быстрей. Фух. Выдержите, чтобы вернуться на корабль. Возвращаемся. Ну да. Эй! Повезло. Я нашел один ящик, разогнав стаю акул. Увы, эликсир внутри испорчен. Галатемор. Черт! Может, лекарство просто украсть? Помни о помиловании, Петч. Нельзя. А все этот Хорниголд стал слишком горд, чтобы звать себя пиратом. А он просто осторожничает. Все дело в том, как себя поставить. Дурачься на потеху. Убедишь лишь дураков, а будешь дьяволом. Тебе покорятся все. И им станешь ты? На публике, да. Весь мир театр. Нафига мы эти фитили? Напугай свою жертву. Создай жуткий образ из лихорадочного бреда. И все рухнут на колени, моля своего бога о пощаде. Боже! Не дурно? Еще бы. Если придумаешь тихий способ достать лекарство, скажи. Иначе я займусь этим сам. Сам. Ну тут 100%. Ну, классно. Эхо-хо-хо, тру-ля-ля-ля. Разблокирован новый чит, передайте. Что-то меньше ход, убавь парусу! Разблокирован новый чит, не понял. Что за чит? В смысле, этот чит стирает границы между тьмой и ночью, а какая разница? Типовыми фразами пиратов. Ага, забавно. Повеселитесь с охотниками на пиратов. Забавно. С этим читаем, потом поиграешь. Ладно, что там, куда мне? Йо-хо-хо-хо. Я могу сюда телепортнуться? Да, шикарно.
тут что-то у меня есть на острове или... Блин. Тут эти синхронизации. Ну ладно, фиг с ними. А надо мне вот сюда. Значит, да? Кроки по ветру! Эй-хо-хо-хо, тру-ля-ля-ля. Рифит все марселя! О, маленький кораблик. Черт, что тут случилось? На вас напали? Напротив! Черная борода напал первым. Атаковал английский военный фрегат, чтоб его. Боже, но ради чего? Ищет лекарство, полагаю. Но, как по мне, он чокнулся. Я с ним разберусь. Не стоит, друг. Он сам навлек на себя беду. Спасите выживших 5. О, бочки могу кидать назад. Ни разу этим не пользовался. Пойду-ка я выжившего спасу, который позади все меня. Наверх, к фоку, пошел! Блин! Ой-ой-ой, куда не улетел. Проклятие! Готовы, сэр! Один из пяти. Вот. Все паруса отдать! Значит, будет еще 4. Поплыли. Так, вот не просрать. Груз какой-то плавает. Сэр, справа! О. Замечен груз, Кэп! Кэп! Эх, красота, да и только... Замечен груз, Кэп. Прямо по курсу земля. Какой прямо по курсу? Справа по борту. Ой. А, нет, прямо по курсу там что-то есть, да. Поворот. Фу. Вот это да. Чуть не сели. Капитан, здесь затонул корабль. Недавно. Вижу. Надеюсь, Тэтч избежал такой судьбы. Слева по борту! Человек в воде! Еще корабль, капитан. Не нравится мне это. Да. Надо смотреть в оба. Черт! Это никуда не годится. Добыть лекарства не так уж и сложно. Я не о том. Все Тэтч с Хорниголдом и их бессмысленная вражда. Понимаешь? Да, что уж. Но их цели равно благородны. Они хотят спасти людей в Нассау. Но разве это лучше для нас? Спасать никчемный город? Мы не созданы править. Мы берем и тратим, живем для себя, где бы ни были. И что же ты предлагаешь? Сраный Вита. Решение, деньги и власть, не политика. Найдем обсерваторию. Сможем купить всю Англию, коль захотим. Или, может, станем править королями и императорами, будто крестьянами. Громкие слова, капитан. Но ты с командой или сам за себя? Я хочу для них лучшего, Аде, верь. Но такое не по мне. Я словно мальчик на побегушках. Так, стоп, прямо по курсу. Фах накидывает! Блин, меня из-за этого ветра корабль просто кидает туда-сюда. Давайте мы спасем. Правый борт, Кэп! К черту! Там кто-то плавает, Кэп! Так, попробуем развернуть. Вроде живой! 4 из 5, он там 5-й был. Блин, он исчез. Отстой. Давай, поплыли. Еще парусов! Это вам не бриз, сэр. О, есть. Рифи, марселя и промселя! Вам не бриз. Ну да. Море разбушевалось! Слева, сэр!
Он еще жив, мне кажется. Спасаем. Надвигается шквал, капитан. Фрегат. Чисто, капитан. Корабль, пушки готовь. Шхуна, цвета британские. Он один, сэр. Подождите, вы успокойтесь. Мы еще что-то другое. Блин, ну фрегат я бы завалил. Штирборд! Там в воде добыча! Мы все ближе, капитан. Здрасте. Брик. Вот у меня брик тоже. Как я понял. Чувака, конечно, сзади хотелось бы спасти, но... Веселя отдать! Вперед! Отдать бомбрамсели! Бомбрамсели! Этот беняга выжил! Месть королевы Анны. Где же ты? Ой, не нравишься ты мне, британец. Хотя на Тарзан его возьмем сейчас. Осторожней, капитан. На-на. Подходящая дистанция. Залп! Жду приказаний. Блин! Удачная позиция. Залп! Ни хрена не вижу. Я не спрятал, нет. Блин! Они уязвимы здесь, надо бить. Блин! Паруса отдать! Круче ветра! Не подходите близко! Залп! Подходящая дистанция! Шикарно. Тан 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 тан. Починим галочку сейчас. Заберем ткань, металл, дерево. Держи! Ой! Он идет ко дну! Случайно протаранил. Британские. Все не то, что нам надо. Кажется. Ну, давайте проверим. Ни хрена не видно. По идее, у него были черные паруса. Не паруса, а... А как это называется-то? Ой, это мы уже за пределы уходим. Это нам не надо. Ух ты, большой довольно-таки круг-то нам искать. Там. Уже недалеко. Давайте глянем сейчас за корабль там. Если что, ушатаем. Давай догоняем. Брик. Фрегат. Блин. Не то. А что там? Ткани. Металл. Ничего интересного. Там. Там какой-то корабль еще есть прямо по курсу. Но это тоже не тот. Британские эти флаги. Тут фрегат. Спусти, промселя, его промселя! Грот мачта! Топ-фалы подтянуть! Нет. А, блин, только обрадовался, но тоже вроде нет. Наполни каждый дюйм! Все наверх! Поднять паруса! Че они тут расплавались, блин, а? Похоже, враги, сэр! Похоже, они слишком близко! Беда, Кэт!
Только скажи, куда они туда! Это их добьет! Пли! Пли! Стреляйте прямо туда! Сам! Держись! Пли! Бой готов, сэр! Пли! Сам! Слабое место! Пли! Из-под обстрела! Пли! Эх, стреляйте вон туда! Трави! Трави! Артели выбрать! А, на абордаж взять тоже. Поймаем ветер! Забрать эти. Форма! Крюки готов! На абордаж! Бей-бей-бей! Ждите, бейте команду. Бейте вражеских лазутчиков. Два. Воу! Вон они здесь сидят. Блин, я там подняться не могу. И пистолет у меня туда не дотянет, кажется. Да. Не могу воспользоваться. Гадство. Блин, а такое... Ладно, давайте кому... Да нет же! Использовать, использовать! Не лагает и так. Наших убивают. Я что, мазанул, что ли? Команда сдохнет, как я не знаю. Лучше их затопил. Полез, короче, я этих чуваков валить. На палубу не пускать. Прикольно. Лазутчик остался один. Спасти. Что значит спасти? Что происходит? Быстрей. О! Отлично. Отлично. Фу. Найдите месть королеву, блин. Тут хороший корабль такой. Отправить его к нам. Все к бою! Поймать ветер! И так хорошо мы это, блин, поворовали-то, а? Пли! Держитесь! Разобьете корабль! Пли! Подальше и мортирами! Готовы пить! Блин! Неплохо потрепали! На ходу не справимся, нужно время и гавань. Пли! Мимо! Стоим надежно! Блин. Все паруса! Зал! Они открылись! Пли! Дальше-ка по ним, сэр! Осторожнее! Воу, у меня еще спереди хреначит. Пли! Сейчас толкнемся, держись! Убавить паруса от бури! Садите-ка в них залп, капитан! Так, быстро на абордаж. И... Спустить бомбрамселя и марселя!
Подчиниться! Не суемся под пушки! Отлично! Фу! Так, блин, да давай! Ага-на! Так, надо сверху чуваков говорить. Не понял. Чувак еще жив оказался, он с него прыгнул и ничего не произошло. Блин, давайте завалим чувака. Все-таки сверху. Нет! Фух. Не-не. Убей! Да блин, что за лаги-то, а? Всё. Есть. Фу. Да. Эти не хухры-мухры. Так, починить делку. Да, такие напряженные бои стали. Так, меня там еще кто-то мутузит. Сваливаем. Блин, галка починилась-то всего-то ничего. О, нашел! Блин, осталось только избавиться от вас. Блядство. Тут много этих псов! Надо как-то пройти. Не останавливаясь. Сваливаем. Вот он, застранец этот. Местяны. Стреляют! Пробоина! Рифик! Адеп, смотри! Да, месть королевы Анны. На борту жарко. Нет времени на раздумья. Тэч в опасности. Команда поймет. Бейте сбор, парни! Мы идем в пекло! А что делать-то? Стреляют! Чё меня сейчас убьют? Сейчас сдохнем, реально. Стреляют, сэр! Воу! Приготовиться! Сейчас будет зал! Всё, пипец. Добрались до чёрной. Ты чё вот-вот делает? На берег! А мы умерли, короче. Да. Смотри! Да, месть королевы Анны. Отлично. На борту жарко. Нет времени на раздумья, Тэч в опасности. Команда поймет. Бейте сбор, парни! Мы идем в пекло! Образцовый грей к ветру! Веселя отдать! Вперед! Спустить все, кроме гротов! Живо, живо, живо! Тэтчи вот-вот одолеют. Я на берег. Галка будет рядом. В воде! Ты, тайны тики. Ладно, разберемся. Ну что, книжки подготовили вас к таким передрягам? А, вон! Поистину, тебя научит тело, а не книга. Запомни. Боже, помощь! Прошу! Держитесь, Боннер! Оружие в бою, а спину в море! Устроил ты заварушку, Тэч! Но ради благого дела!
Надеюсь, ты о лекарствах? Да, галеон неподалеку. Если быстро свалимся, крак догоним. Церемонишься, Тэч. Легенды любят бонсай. Любят они. Так, лисичка. Господа, вот и снова наш галеон. Берегись! Эй! Мой корабль. Они от нас не уйдут. Это уже слишком. Вернешься на галку, как только ты рассеешься. Командуй! Да-да-да, командуй, сейчас, подожди меня. О, отлично. Секунду. Сука, он где находится, снизу, что ли? Так, что-то у нас еще интересно есть. О, на вышечку залезть. Фига тут прям метеорит. Сейчас, секунду. Парни, подождите, скоро буду. Ага. Нельзя же просто так оставлять остров необследованный. Я ж пират. Фу! Это было близко. Дубль 2. Эти парни, кажется, по мне стреляют. Ядра летят. Ужас. Борода-то, наверное, паникует. Что он творит? Где он шляется? Ужас. Он угробит всех нас. В этом карта есть какая-то. Я должен все собрать. Все. Пока не стреляют по мне. Пацанам нечего бояться. О, переборщил. Так, где эта карта находится? Давайте-ка мы ее выделим, чтобы знать, где она находится. Вы ниже, выше. Ну, где-то прям тут. Так бы всегда. Отлично. Да, найдем потом. Так. Чё ещё есть? Ага. Вот остался, да? Короче, надо вот так бежать, как я понял. Оп, 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 оп. Всё собрано. Все боялись. Ничего не случилось. Так, где там? Корабль этот. О, пацаны стоят, ждут. Молодцы. Можно отправляться. А что, он тут живой, что ли? Не убить, ладно. Я бегу. Чё там, выстроился, да?
О, стрелять могу. Ни хрена не видно, но медленным, конечно, по сравнению с галкой. Чертовски плохо. Не упускай его! Там у него уязвимое место! Ни хрена себе, за полструя, это здорово. Ни хрена не видно, конечно. Они открылись! Тарчика по ним, сэр! Садите-ка в них залп, капитан! Идем ближе, Кенуэй! Блин, у меня тут хреначит. Бабах, бабах, бабах. Боя кончается, капитан! Черт! И Галеон почти затонул. Я вижу обещанного дьявола, Тэч. Я был бы ангелом, если бы они сдались. Но пути назад уже нет. Тарань, ублюдка! Давай, что есть мочи! Так абордаж или таранить? Возьмите на абордаж. Ага. Баба! У них течь, парни! Шикарно. Прикончи его. С удовольствием. Юроконда. Убийство мне не по душе, капитан. Если бы вы сдались, были бы сейчас невредимы. Провались ты в ад. Тебя вздернут на виселице, как и тех в Бостоне. Объявлено прощение. Капитан, мы обыскали трюм. Груз так себе, но нашли лекарство, на них печать Чарльстона. Спасибо, Хэнс. Нассау не вернуть к жизни, полагаясь только на силу и случай. Нам надо плыть в Чарльстон. Эй! Ну что, мы победили? Боюсь, не создан я для стези пирата. Чересчур это утомительно. Встретимся в Чарльстоне. Спустя ровно месяц. Офигеть. Обложил дымовыми бомбами. Косяк. Ну что, ребят, мы встречаемся в Чарльстоне. Но уже в следующей серии, спустя ровно месяц. Ай, ладно, шучу. Далеко плыть, поэтому томить вас не буду. Всем спасибо за просмотр, всем пока.